Какой датчик, кстати? Как назвали датчик? Чьи датчики? Производитель. А? Автоникс. Ну, наш, в смысле, да? Да. Так, вот у нас происходила приемка, представитель компании приехал к нам сюда на производство, принимал станок, акты подписанные. Андрей, можешь что-то сказать вот по качеству приемки вообще? По качеству станка понятно, да, то есть как бы мы это в процессе выясните все, да, в процессе работы. По качеству самой приемки, вот мне вопрос. Вот как ребята вообще сделали? Да, я думаю, что качество серьезное, так сказать. Я думаю, что на уровне больших серьезных фирм производителей. Должен быть поплюшки. Ага, ну да, один в один. Четко, один в один. Так, в принципе, понятно. То есть, хорошо, что есть специалисты отдельно по каждой ситуации. Можно спросить по электронике. Режим выменивает, видно сразу, что это стол. То есть приостановите, там вот это. И когда вы нажимаете, он сначала цикл заканчивает, и в известном состоянии останавливается. Да? А это сразу. Вот. И это раз нажимается, там притянулось, поехали, и поехали. А этим уже приостанавливается. А после того, как он аварийно остановится, там инициализация какая-то есть? Или он возвращается в обратное? Раз он остановился мгновенно посреди цикла, вы должны все теперь проверить. Вы должны выставить начальное. Ну, то есть это emergency stop, без никаких, безусловно, абсолютно. Поэтому... Если после emergency мы запустимся, то что, параметр собьется? Нет, не параметр. Собьется позиция, может выдвинуть немножко этикет, ну и да, так и вот. Остаться. Как ее, то есть ее опять надо регулировать будет? Нет. Все. Мягкий стоп, это заделывание цикла. Я понимаю, нет, если мы вот жестко... Если жестко, то он начинает выдачивать, и он так и станет. То есть надо это все прибрать и перезапуститься. Можно просто пуск нажать, оно и выйдет. Он проедет, да, просто, да. Все, вот. Нет, что заново настраивать? То есть я просто говорю, в ручном режиме сделать цикл, она просто одну этикетку отдаст. Да, следующий пункт. И ставит как положено. Ставит позицию как надо. Все, вот. И можно спросить по железу, можно по датчикам отдельно, да? То есть это очень большой плюс. Не один человек рассказывает обо всем, да? То есть, а именно специалисты. Я считаю, что это плюс. Ну, вообще, ну, приемка очень довольна сама, так сказать, происходящим. Вот так вот. Mm-hmm. Все очень грамотно, логично, понятно. Мне понравилось. Хорошо, все, спасибо.